Всех приветствую. Ну что, давайте смотреть, что изменилось у нас в прошлой серии. Так, я перенес базу, которая находилась у нас там, сюда на воду. Немножко здесь построил временно. Я все равно хочу себе сделать нормальный домик где-то посреди вот этих вот камышей. Небольшой такой, и жить там. А здесь у нас чисто будет такая площадка для строительства и всякого хлама. Давайте смотреть, что у нас появилось. Печка. Бесполезная штука, измельчитель тоже, в принципе, вот прикольный садовый грунт. Здесь можно выращивать грибы, но только по 4 штучки за раз. Потом, когда вы их собираете, вам один грибочек придется потратить на то, чтобы посадить обратно, ну то есть сюда. И в сухом остатке у вас остается 3 штуки. Что у нас здесь? Прялка. Вот прялка нам нужна, чтобы мы могли с вами сделать, получается, нитки. Веревки, нитки. И плюс грубую веревку можно сюда закинуть 5 штук. И она будет все спокойно делаться. Хотя грубую веревку проще делать через создание. И вот грубая веревка сразу себе создать 5 штук или там 10, сколько у вас есть. Так, вот сушилка прикольная штука. Здесь ты мясо повесил, и оно у тебя не пропадает. Ну то есть оно у тебя хранится. Теперь вечность, вяленое мясо. Создал лук. Лук такая бесполезная штука. Я вам говорю, я вам потом покажу на каком-то из насекомых. Так, ладно, все. В этой серии я хотел с вами отправиться в лабораторию, которая там находится в изгороде, или как она называется. И посмотреть, что нас тут ждет. Да, наверное, протяну сюда мостик и здесь где-то попробую построить себе домик с камином, с креслом и с вкусняшками. Так что давайте, поплыли. Только сейчас, секундочку. Да, все, микро все включен. Потому что бывает иногда, забываю его подключить. И приходится потом все заново делать. Все, побежали. Так, метки, вот этот бриллиант. Это у нас тут пещера находится. С этим скварцем, по-моему, если не ошибаюсь. Здесь древесный сок. Вот наш домик. А здесь у нас находятся гусеницы. Гусеницы нам нужны, чтобы ремонтировать наш топорик. Так, божья коровка, привет. Побежали. Надеюсь, там что-то будет интересное, и нам не нужно будет читать километровые тексты. Так, а ты кто? Ага, муравьи, да? Блин, а давайте... Давай посмотрим, что тут находится. Если что, сразу убежим. А тут выход на улицу, да? Понял, все, до побачения, ухожу. Ухожу. Я думал, будет все. Тихо. Думал, будет что-то интересное, но оказалось, что нет. Так, переключаемся, побежали. Нам еще нужно будет с вами эту сделать. Где-то кузнечное там ремесло, или как оно, кузнечное, где тут? Вот, кузнечная мастерская, но для этого мне нужен будет хрупкий щиток. А щиток я могу сделать только из этого, как его, мрамора. А мрамора у нас пока с вами нету. А точнее, его еще пока не нашел. Так, побежали. Ну все, тихо. Давай соберем еды. Водичка у нас вроде есть. И даже с собой еще 6 капелек взял. На всякий пожарный случай, если нам придется с вами долго исследовать ту лабораторию. Так, грибочек, дай сюда. Потому что если нам придется там с вами ночевать, то на утро нам нужно будет с вами еда. Так, привет, букашки. Вы нам пока мясо не нужны. Так, ага. А вот и гусеницы. Так, ну давайте, наверное, пока мясо мы гусениц трогать не будем.
Все, отстань, пожалуйста. Ну отстань. Отстань, но не хочу я вас трогать. Все, я вообще пришел сюда, к лаборатории. Так что отстаньте от меня, пожалуйста. Давайте жить дружно. Просто не хочу себе рюкзак захламлять лишним ламом, так сказать. Если что, мы сюда сможем в любое время вернуться. И этот, как его, и нафармить их. Так, давайте ягодку заберем. Так, да сюда. Отлично. Ягодки там нужны будет для создания этого, как его, второго уровня молотка. Вот он, где у нас находится. Вот. Молот. Нужно будет ягоды. Так что заберем. Так, я предлагаю даже, наверное, здесь... Стой. Предлагаю даже здесь поставить метку, что у нас здесь ягоды с вами находятся. Куда-то я сюда поставить. Состояние. Вот, давай. Все, и как мы ягодки отметим с вами, чтобы мы знали... Я даже без понятия. Давайте такой штукой. Не знаю. Давайте вот такой штукой отметим. Здесь у нас будут ягодки. Так, как нам забраться наверх? Угу. Вот по этой штуке. Главное здесь аккуратно не упасть, потому что я уже чуть не упал. Потому что я себя знаю. Так, бонжур. Полевая станция. Давай изучать. Все, анализировать. Анализ. Во, ягодная кожа. Отлично. Здесь у нас 2 270, а нам, по-моему, нужно 2500, да. Хорошо, закрыть. О, шоколадка. Шоколадка. Так, модули игрушечной лаборатории оказались не так хороши, как я на то и надеялся. Я думал, что если спрячу лабораторию в Изере, то они хоть немного, но будут защищены от моих детей. Но даже эти листья не смогли защитить от случайного попадания летающего диска, будь он не ладен. Последующие структурные повреждения лаборатории стали словно приглашением для всех возможных паукообразных захватчиков. Моя задумка состоит в том, чтобы переделать ботов в сторожевые устройства. Конечно, временное решение, но у меня нет времени на ремонт, так как близок к разгадке тайной крупицы знаний. Угу. Значит, нас тут ждут пауки, я так понимаю. Ладно, побежали. Давайте, наверное, ребятки, вот так сделаем. Не хочу просто падать. Побегаем с вами. Пока первого лица. Просто не хочется реально шмякнуться. Так, ягодки. Давай возьмем с тобой лук и разбиваем их немножко себе. Чтобы потом сделать из них себе кожу. Чтобы по 3 раза потом не бегать. Нужно будет потом спуститься в конце и пособирать. Так, аккуратно, аккуратно. О, еще есть. Хорошо. Да ты шо, вообще тупо Робин Гуд. Ля. Самое смешное, что только на это лук тут и годится. Так, залезь, залезь, залезь. Что у нас тут есть? Кто нас тут ждет? Аккуратненько, вроде никого, да? Ой, паук, 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 человек, ну, паук. Без тебя мы как без рук. Все, хорошо. Тебя мы тоже собьем. Так, пауки, ткачи знают, что я здесь. Ага, классно мне.
Корица, классно мне, ребят. Так. Уи. Назад, 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 назад. Забрать вот эту вот штуку. Так, аккуратно. Переключаемся. Аккуратненько, аккуратненько, не упади. Давай потихонечку. Маленечку. О, бонжур. Ага. Так, отстань, 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 отстань. А, крупица сознания, соточка. Так, ты кто? Перезагрузка системы наблюдения. Заметки перед началом испытания. Безуспешно. Многочисленные системные ошибки. Хорошо. Так, здесь у нас в ящичке что? Обед и хрупкого кварцита. Она, по-моему... Так, а нам, по-моему, кварцит и нужен, да? Или кто нам нужен для, для создания? Где ты? Не, нам мрамор нужен, а не кварцит. Говорится, увы, нам нужен мрамор. Надеюсь, здесь будет мрамор. Мы могли улучшать свою броню и свое, говорится, оружие. Так, расшифровка записи. Заказ номер 73. Для меня удивительно, что бургл модели так и не стали популярными. Считаю, что они ведь намного мощнее. Почему? Они могли рассчитать весь бургер после готовки только 100 тысяч доли фунтов. А памяти хватало всего на один модуль приправы, соль или перец. У вас модели, эти проблемы решены уже. Молчу про ваши превосходные усы. Спасибо, я никогда этого не забуду. Так, привет. О, крупица знаний, отлично. Что это, бинтик, бинтик. Предварительные заметки, результаты, заметки, занимающие полевыми работами, демонстрируют признаки изношенности. Хорошо. Очень интересно, но ничего не понятно. Так, в рабочем состоянии. Что мы с вами открыли здесь? Давайте смотреть. Тля, сейчас тупо как в Дни независимости. Инопланетяне прилетят, да? Мы теперь сможем с вами искать материалы. Так, соединение с устройством для осмотра установлено. Воспользуйтесь станцией для осмотра, чтобы найти, проанализировать материалы. Чтобы расширить сеть наблюдения, посетите дополнительные станции. Хорошо, давайте искать дополнительные станции. Только аккуратненько, прошу тебя, Арчи, не упади. Арчи, не упади, пожалуйста. Спасибо. Так, погоди, мы правильно идем? Либо нет, либо да. Я уже не помню, куда нам надо. Если честно, я уже не помню, куда нам надо. Ага. Не спи, замерзнешь. Да, до побачення. А вы не помните, куда нам надо, не? Конечно, нет. Даже если бы вы помнили, я думаю, вы бы мне не ответили. Так. Но можешь все равно написать мне в комментарии, правильно я иду, либо нет. Ягодки, ягодки мне надо. Отлично. Так, лаборатория, лаборатория. Вроде бы в правильном направлении идем или нет? Или как? Или кто? Или где? Или кого? Мы здесь были или не были? Не были? По-моему, не были, да? Как мне туда пройти? Так, чтобы я не упал. Чтобы я не упал. Вот так, да. Почти не упал. Так, а ну. Мы здесь были или не были? Не, вроде не были. Бонжур.
Так, кто ты? Мрамор. Так, взять все. Щиток. Во, а я теперь смогу создать себе наковальню. Отлично. Так, ты кто? Кусь. Шоколадка. Давайте занимаем сразу. Давайте обед занимаем. На здоровье восстановилось. Шоколадку. Ага, отлично. Так, дворовые пауки слишком долго мне угрожали. Носится словно ветер. Мне, как же, им нравится вторгаться на мое рабочее пространство. Я не могу ни шагу уступить, не запутавшись в паутине. Я теряю дневное время на беготню, лазание, банальное выживание. Передвигаясь по светлому лабораторию, да что там, по всему двору, стало невыносимо. Но, возможно, мои друзья Паки держат ключ к решению моих проблем. Да, хорошо. Так какого решения и куда нам с вами теперь нужно? Так, давайте смотреть. Куда теперь нам нужно идти? Только не упади, пожалуйста. По-моему, туда, да? В эту сторону. О, бонжур. Так, хорошо. Только как мне туда попасть теперь? Ага, вот сюда. Блин, а если я сейчас прыгну, то я по-любому разобьюсь, да? На половинку хп, даже больше. Так, надо восстановить. Отлично. Все, здесь больше ничего нету. Но там мы были. Давай, наверное, мы ягодки позбиваем. Не знаю, зачем мне так много, но много не мало. Думаю, вы со мной согласитесь. Так что все. Полетели. О, частица знаний. Хорошо. Ягоды. Так, спорим, я смогу запустить эту штуку. Куда-то кому-то. Так. Кто тут нас ждет? Блин, как же стрёмно. Ля. А можно здесь просто без никого? Либо нет. Мне точно сюда надо? Арчи, зачем ты сюда пошел? Скажи, пожалуйста. Так, что это такое? Доступно ноль. Ага, и что? Так, бутерброд для материала. Угу, понятненько, что ничего не понятненько. А у нас с вами еще факел есть? Факел, да, вот он и есть. Хорошо, давай его сюда. Все, побежали отсюда. Сюда, наверное, надо что-то принести, но я так и не знаю, что. Ну, и в принципе, и не важно. Так, бежим. Ага, начинает темнеть, да, уже? Аккуратно. Все, дон листали библиотеки. Малыши-паучки. Аккуратно, только не упади, пожалуйста. О, шикарно. Здесь больше ничего нету? Вроде бы нету. Потрясающе. Так, аккуратно. Сайенс. Так,
Все. Ах ты, падла. Кусь, да? Кусь сделаешь. Ладно. Так, давай заберем, что здесь есть. Взять все. Отлично. Так, это документы мы не можем заюзать. Забрать, забрать. А здесь выход, да? Окей, очередная кассетка. Так, Труди настаивал, чтобы сегодня я сделал перерыв и провел время с семьей. Признаю, спор, который предшествовал моему нехатному согласию, был уникальным. Она просто не понимает, насколько важна эта работа. Но не все было потеряно. Сюда подкинуло мне свежих идей. После поездки в серф-парк, бушующий пляж. Особенно меня не пропустил себе трос, который тянулся над залитыми солнцем клубнями. Эти клубни под жарким солнцем стали похожи на красные виноградины. Но я отвлекся. Это был трос, мимо которого мое воображение пройти просто не могло. Такое элегантное решение моих проблем в живой изгороди. Когда мы вернулись домой, сразу же вернулся к работе, сразу после очередного спора. Так, ребята, уже темнеет. Давайте, наверное, мы с вами создать. Где ты? Создать навес. Наверное, мы с вами поспим. Лист клевера. Ага, лист клевера мы не можем, да, у нас нету. Одной штучки не хватает. А что такое? А где он делся? Я же вроде брал с собой. Так, употребить. Вроде с собой брал. Ну ладно, не можем, значит. Значит, придется идти в темноте. Ничего поделаешь. Только сейчас бы понять, куда нам идти. А идти нам нужно в эту лабораторию. А как туда попасть? В эту лабораторию. Может, по этим листикам? Хотя, наверное, навряд ли, да? Блин, я рассчитывал, что мы здесь с вами поспим. И отправимся дальше, но... Я не захватил с собой листочек клевера. Так, как мне здесь быть? Как мне здесь дальше быть? Но вниз падать это такое себе. Я думаю, мы разобьемся. А если я сюда прыгну? Стой, хорошо. Хорошо. Отлично. Так, и теперь... Нет, пожалуйста, не... Во, хорошо. Не разбейся. Так. Отлично. Давай заберем ягодки. Надо будет, кстати, потом вернуться, ягодок нафармить. Так, зубики я смогу с помощью второго молотка открыть. А здесь нигде клевера нету, чтобы мы могли с вами поспать. No, don't destroy the библиотеке. Я застрял. Так, 5. Что такое? Это кассета. Так, Бургл расшифровал записки. Так, ты привел в порядок мои научные заметки. Ах ты, падла. Сейчас, ребят, сори. Хорошо, стой. Так, отстань. Дай мне знать, когда закончишь. Блин, из-за этого паука я пропустил, что там... Было написано. Ну ладно, надеюсь, ничего важного. Как мне подняться наверх?
Давайте посмотрим, может тут клевер где-то есть, чтобы мы с вами поспали, потому что реально я вообще ничего не вижу. Или здесь только одни пауки. Так. Частичка знаний. Пригодится. Так. А можно ли мне клевер здесь найти? Так, не шипи, не шипи. Не шипи, я из-за вас пропустил, что там наш профессор говорил. Ой-ё, всё, до побачення. Донде стали библиотеки. Так, давай беги, Арчи. Блин, тут туман такой, вообще ничего не видно. Угу, тут закрыто. Отстал, да, от меня? Хорошо. Давайте смотреть, как можно пройти наверх. Так, сюдой как там? Надеюсь, сюдой как-то можно будет пройти. О, заперто. Угу, заперто. И тут кто-то ходит. Ничего не видно. От слова забей. Просто забей. Так, бонжур. Давай, нюк. Ага. Конечно, это... Ой, нет, пожалуйста, не надо. Все, отстань, робот. Робот, отстань. Ты ж видишь, я и так не могу ничего сделать. Наконец-то. Иди сюда, давай. Ну вот, иди сюда. ПВП. Или не ПВП. Ну иди ко... Ой, буду я тебя вот это вот ждать. Так, дай сюда стрелу. Здесь куда-то налево и направо можно пройти. Заблокировано. Здесь сверху что у нас находится? Что у нас здесь находится? Так, фигурка Тли. Статуя Тли, прикольненько. Так, негодяй изгой. Посмотреть. Что-то там кого-то осмотреть. Так, сейчас восстановим энергию. Блин, лучше вы так бы с пауками сражались, как на меня вот это охотитесь, падлы. Ё, сколько вы мне хп сняли. Алло, отстань. Так, все. Отлично, отлично. Давай переключимся на первое лицо. Угу, они там с пауками сражаются. Пусть пока сражаются. А мы посмотрим, что у нас тут с вами ждет. Ничего, да? Так, кусочек ягоды. 10 штучек. У нас 10 штучек есть. Хорошо, нужно будет потом... Еще пособирать. Так, идем дальше. Идем дальше. Гребаная паутина. Так, главное тут не пропустить ничего. Потому что если я знаю, я могу куда-то зайти, не туда. Так, отстань. Отстань. Кто ты? Сухая трава. Доски. Ля, как прикольно у него здесь. А у тебя клевера случайно здесь нету? Кусочек желуди. Парна. Так, ты кто? Парцит, ля, павутина. Та ты шо? Все надо, дай. Это мне надо, этот по-любому надо. Этот сок. Не помню, зачем нам нужен сок. Ну пусть будет. Во, хрупкий мрамор.
Прикольно. Вот это я удачно зашел. Все? Больше ничего нету. Будем спускаться дальше, либо вниз сходим, посмотрим. Давайте сходим вниз, посмотрим. Что мы тут забыли с вами обыскать? Либо ничего не забыли. Так, заблокировано. Заблокировано, хорошо. Здесь внизу еще что-то вроде было. Так, бонжур. Иди сюда. Алло. Так нечестно, робот. Робот, так нечестно. Вместе с пауком, да? Не упади. Так, а мне нужно сюда попасть. Как попасть? Все правильно, тудой. Либо сюда мы можем пройти еще. А тут... Либо сюда мы тоже можем пройти. Ага, это дверь, которая закрыта. Которую мы сюда бежали. Ладно, возвращаемся назад. Возвращаемся назад. Так, не сюда. Нам выше. Блин, а мы пить хотим. Нужно будет тратить, наверное. Все-таки тратить. Все, капельку потратили. Отлично. Побежали. Какая же огромная лаборатория. Так, ну самое главное, что мы с вами нашли то, что, как говорится, я искал, это ягодки. Так, сейчас дайте секунду, посмотрю, сколько уже идет запись. 32 минуты. Я думаю, в принципе, можно вторую серию сделать коротенькой. А в следующей уже продолжим с вами лабораторию изучать. Вернемся домой, попробуем создать молоточек второго уровня. И может еще что-то построим. Так что все, всем спасибо за просмотр. Не забывай лайкосик поставить, если ты уже до конца досмотрел. Подписаться на канал и... написать в комментарии. Все, всем пока-пока и до потом.